тут и я. Читала сегодня как собака. Пан Портненко. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. А так я выгляжу. Что, Ашким, что говоришь, Надьерсон? Что, Ашким? Гюнайден? Гюнайден, Юрьевича Палыма. Идем гулять. Сегодня прямо сразу вышли 7:30. Всем привет, мои дорогие. Нам весело. Я сказала, не будем ждать открытия магазина, все есть. Давай быстренько по видео пойдем. А, Сенгердун мукачки шили к вашим дверкен. О, хэпью рушепьерлар. С утра побольше людей. Привет, привет! А сейчас свои успехи покажет с Ашким. Хады, хады. Опа, ооо. Ты секи знасыл. Как он считает? 2, 4, 6. Ине, ине, Ашки там. Бурада да хасана. Уйгун. Цай. Давай, давай. Ama şey yani belim için yapıyorum ben onu. Kaslarım gelişsin, vücut geliştirmeye yol gibi değil. Давай, давай. Опа, аферин. Аферин. Да что за блондинка? Что за блондинка прицепилась? Стой. Сейчас я посмотрю. Кимо, сары. Сейчас я посмотрю. Все? Етер, Машкин? Етер, я. Вот такие мы спортсмены с ним. Как же все-таки красиво у нас во дворе. А? Половина девятого скоро. Мы пойдем сейчас за Ашкимом. Не Ашким, а я. Тут покушаем. Витаминчиков с утра. Мурат сидит, что ли, там. Как называются эти цветы, вы знаете? Вот такое дерево, как у меня красиво на балконе. Вот тут было, и тут украли его. Вар. Вот это, представляете? Украли. Розы красивые, но не пахнут. Поспел ли мой тут? А эта трава, вот так ее трогаешь, такой запах. А здесь они перчик посадили, рассада. Вот такой вот у нас красивый двор. Ну, я считаю, красивый, когда зелень немного красивый. Каждый день я кушаю. Ну вот, смотрите, за ночь поспевает как. Как же ее не съесть? Обожаю. Ну, как всегда, обычные дела. И надо закончить свою уборку остальных комнат. Сколько лет живу в Турции, никогда я не... Вот у нас на 7-м этаже я здесь не чувствовала сырости. У меня здесь сложены все одеяла,
Я сейчас их один раз в год, я их просто просушиваю, но они не то, что пахнут сыростью. Просто я так привыкла делать в Грузии тоже. У нас в Грузии повышенная влажность, и так сыростью пахнет. Нужно постоянно что-то сушить. Вот вчера погладила занавески, и ночью, в час ночи с мужем повесили. И вот посушу сейчас, и все положу туда. Сегодня в планах у меня вот эта комната. Я сейчас начну окна мыть. Вот еще раз проветриваю. Все вещи сложила туда, которые не нужно, не носим. Видите, у меня с той стороны с окна одеяло видно. Сейчас покажу. Все просушиваю. Ну вот, занавески повесила, постирала. Сейчас вот это вот Ашка мне поможет занести. Одеяло сушу. Вот эти одеяла, они из шерсти, шерстяные. Анемчик делала. И они, я их не пользую. Мужу сегодня сказала, давай, говорю, кому-нибудь их отдадим. Потому что мы, ну, не пользуемся ими. Чего они там лежат, у нас занимают место. Я вообще хочу, хоть они и теплые, да, но они очень тяжелые. И вот эти пуховые тоже подушки. Не пуховые, да, из пуха. Это все нужно уже менять. Отдать это кому-то надо. А муж говорит, мы с Эвги, говорит, спросим. Говорит, может, она захочет собрать. Я говорю, да зачем ей нужно уже? Сейчас все современное время, уже никто не пользуется. Ну, кто-то, может, еще и пользуется. Так что вот так вот у меня уборочка. Сейчас буду здесь окна мыть. Вот, сидим. И как раз локдаун мне на пользу. А то бы типа на улице шастала. А сейчас вот, видите, постирана, да, уборкой занимаюсь. В одном из видео я показывала, как я делала мороженое из банана и клубники. И забыла показать конечный результат. И спрашивают, оно как, растекается, заморозилось. Вот смотрите, только что я его выложила с морозилки, оно не растекается, оно вот такое твердое. Чуть-чуть постоит, и я начну его кушать. Привет, мои дорогие! Вот и я, собственно, персоной. Хочу вам рассказать сейчас о новостях, которые прочитала недавно, вот 5 минут назад. Об новых ограничениях по Турции. Что придумывают, я вообще в шоке. Вы, наверное, знаете, что у нас на 3 недели запретили продажу спиртных напитков. Но это нас не касается, Сашка, вам так что просто говорю. А еще добавили другие новые ограничения. То есть сейчас могут работать только пекарни, маркеты, магазины, где продаются сухофрукты, пряности и так далее. Базаров у нас нету, ну вот и все. Ввели ограничения на продажу косметику. Сейчас запретили текстиль, краски для ремонта. Все запретили. Вот представляете, только разрешили продавать продукты питания. Затем, значит, вот чистящие, моющие средства разрешают покупать. Ну, первой необходимости, там, наверное, для детей подгузники и это. Друзья, все остальное запретили продавать. Я такое еще не слышала. Не знаю, может, перезагружены эти маркеты, я не в курсе. Но вот такая вот ситуация. Как мы будем, что делать? В принципе, нам, ну, Катя, конечно, я хотела сейчас заказать себе шампунь и в Роше. Но не знаю, как получится. Придется пользоваться тем, что есть в наличии. Но вот такие вот новости по Турции, новые ограничения. И будут работать супермаркеты с 10 до 5 часов. А большие супермаркеты в воскресенье тоже не работают. Вот именно надо такие. Вот. Мы думаем лучше, а все ухудшается положение у нас. Ну, хотя мы вчера смотрели, статистика заболеваемости довольно снизилась. И не знаю, почему вводят опять новые какие-то ограничения. Ну, поживем и видим. А я пойду кушать мороженое. Так хочется. И поспать чуть-чуть надо. Время мое пришло. Хотя я еще там не попала в эту комнату. И окна не мыла. Все, хожу со стиркой, вешаю. Одеяло складываю. Но я сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю. Правильно? Это что происходит? Услышали вы чуть-чуть хоть?
Напугали. Все люди на балкон вышли, друзья мои. Салют. 12 часов ночи. Все люди сбежались. Ну, аж Кыма спросил, что случилось. Смотрите, кстати, я мои камушки положила сюда, хватило, и сюда. Так, а ну посмотрим. Aşkım, çok güzel bir görüntü vardı. Ne oldu? Var şimdi. Sürekli sürmez ki. Ne oldu? Şey, havai fişi. Kim o doğdu? Kim doğdu? Salut, salut это. Salut. Geri doğmuş, geri zekalı bir. Salut aşkım это. Salut, salut. Ne demekse? Salut böyle. Havai fişi, evet. Şu tam köşede yaptı. Да, пойдем посмотрим. Оказывается, здесь, вот на этом перекрестке, устроили этот салют. Молодой парень сейчас пришел и отбросил. С камерой был. Может, на ТикТок или в Инстаграм? Бен душундум, саваж башлады. Я думала, война началась. Завтра будет, кажется, плохая погода. Я все дела переделала, перестирала, не страшно. А, все услышали, говорят, а полиция не услышала. Тут polis такие вещи нельзя. В Турции, говорит, полиция самая последняя едет. Приезжает. Ой, ладно, пошла я видео монтировать. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.